Итак, сегодня у нас 1 апреля. Сегодня 20-й день, как Маша погуляла. Гуляла она 12-го, 13-го. Это получается января. Ну, пока молчим. Значит, должно быть все хорошо. Кушаем хорошо, аппетит у нас отличненький. В общем, Машулька так кушает орешки, она грецкие. Я сегодня последние орешки ей дала. Плохо тут видно, да, Машунь? Ты орешки кушала, да? Ой, что ты мне, а что ты мне свою жопу развернула? Очень приятно. Так, давай вот так покажу тебе. Вот такая Машунька у меня. Там тенек все время. Тут вот здесь хорошо видно. Свет надо убирать. Вот это ДСП. Она уже вчера сама тут кусок убрала. Разбираем потихонечку. В общем, вот такая у нас Машутка. Петля не напухла. Покажу петлю. Вот у нас петелька такая. Она не напухла. Чуть-чуть так припухла, но это не то. Она бы сегодня уже бы кричала, орала, вошкалась тут. Так все хорошо. Да, Машулечка, моя девочка. Вот она тут такой себе сделала красивое кубло. А, блин, не видно. Вот такое у меня там гнездо. Сама себе там все наделала. В общем, молодец такая. Вот так оно старенькое. У нее там уголочек. Аккуратная такая она. Тут она ходит в туалет в уголочке. Тут она кушает. У нее кормушки нет, у нее просто миска. В общем, все у нас тут нормально. Так. Вот моя феюшка. Вот моя феюшка. Феюшка тоже уже круглеет. Вообще. Ужас. Уже такие у нее большие бедра. Бока стали. Они уже даже у нее шевелятся. В общем, вот такие у нас бочочки. Ой, а вымя там у нас такое большое уже. У нас проблема, у нас Туся заболела. Тусечка моя. Вон она лежит, вот там ее не видно. Ты будочки, да? Болеет, не кушает 2 дня. Да, заболела. Не видно ее. Я ее не тревожу. Что-то, короче, я им кинула по курице. 2 курицы забила. Она, наверное, переела. Или косточки у нее там застряли. Что случилось, да? Айкушенька, Айкуш, а я тебя снимаю, садись. Ой, какой ты красавчик, да? Ты такой хороший, да? Ты хороший мальчик, да? Ой, такой сладенький. Ой, так люблю, когда ты... Ложись, ложись. Ой, так, ой, Айкуша, лег. Айкуша что-то ждет, да? Скажи, что ты мне, Анечка, дашь, да? Что ты мне дашь, да? Хлебушек сейчас тебе дам. Сейчас еще кусочек дам хлебушек. Пожалуйста. Хлебушек. Нельзя. Нельзя. Можно кушать. Можно. Кушай. Можно, Анечка, разрешила тебе. Ох, господи. Аккуратненько тогда. Молодец. Кушай, кушай. Молодец. Нельзя. Я пошутила. Ладно, кушай. Можно, можно, кушай. Кушай, кушай. Анечка просто тебе дрессирует. Скажи, ты же колебала. Дай хлебушку поесть спокойно, да? А там верещат наши поросята. Дала им печенька, так они теперь верещат порцию еще просят. У меня уже нету печенька. А у меня больше ж нету печенька. Хрюшки мои. Хрюшки, махрюшки. Ой, ты большой. Ой, тартатули-тули. Че кричать? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну что вы? Так, что такое? У вас полная кормушка, не надо. Вам дать что-то вкусненькое, да? Сено вам сейчас принесу, будете сено? Ну хорошо, хорошо. Да сейчас я принесу, сено принесу, да? Мои маленькие, ой, такие-такие хорошки, ой, такие хорошки. Эти, господи, такие-такие. Так, ладно, давайте. Ты смотри, требует меня, а? Не, ну вы наглые.
Что это такое вообще? Ты смотри, повадились пищать. Длиннючие стали. Они как-то у меня длину растут что-то пока. Ай-яй-яй, это ладно, 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 все, тихонечко. Идите уже гуляйте, господи, дала она на свою голову печенье, так они теперь будут мне тут... Ай, такая девочка хорошая, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, все. Молча. Вот что-то уже полная кормушка, им что-то все равно давай, да давай, а привыкли. Все, сейчас принесу сенка вам, сейчас. Все, сейчас принесу. Давайте, текайте, уйдите нафиг, Верещалкины. Надо было Скуляшки назвать, Скуляшки. Ушла. Ну ладно, ушла, ушла. Давайте, давайте, не кричите. Так, ну у нас тут все хорошо. Бабочка зажила, шишечка тоже проходит. Растем. Да? О, ну ладно, ладно. Колбаски мои толстенькие, колбаски. Колбаски колбасные. Я хочу показать вымя. Она не дает. Да, пей. Дай покажу вымечко. Можно показать? Чуть-чуть. Такой тебе. Иди. Ага, покажешь тут. Дай покажу. Так, ага. Кто-то тут дерется. Так, текай. Вот так. Отойди немножко вперед. А я покажу быстренько. Вон какое вымя у нас уже телепается. Ну, еще целый месяц нам ходить, а у нас уже вымя хорошее. Так то что ж такое? Я хотела снять вымя. Дай покажу. Ой! Дой, ты посмотри, она бегает за мной. Ой, вымечко вон какое. О! О! Вот такое вымя! Да у нас, скажи, фейка. Вот такое вымя. Ничего не показала. Они ж не дают беременные вымя показывать. Вон какое вымя. Вон. Вон большое какое вымечко, да? Феечки, вымя вон какое. Вот такое. Ой, хорошее. Ой. Ну. Ладно, ладно, показала, показала. В общем, такое вымечко. Сейчас сено принесу им и все.